как все девочки, и все хотели стать учителями. Но я стала учительницей. Я на завод устроилась 14 февраля 2019 года. И вот до сегодняшнего дня я работаю в корпусе сборки тракторов. Конечно, когда сразу я пришла, я серьезно не знала, что делать. Не скажу, что для женщины вот, быть мастером пресс-службы – это сложно. 19 лет совместной жизни мы с мужем ни разу отдельно, нигде не отдыхали. Все время все делаем вместе. У меня, получается, два мальчика и младшая лапочка-дочка. Для меня самое главное в жизни – это моя семья, конечно. У меня супруг работает на тракторном заводе, и мы приходили на день открытых дверей. И когда я шла вот по центральной аллее, где была выставка, и вот это вот скопление людей, и видно, что людям нравится сюда приходить, ну, особенно, конечно, детям, здесь все интересно. В свое время запало в душу, что вот я бы хотела тоже здесь работать. Сразу я изначально работала на конвейере слесарем механосборочных работ. У нас иногда говорят, ну это же не конфетная фабрика у нас здесь, да? У нас здесь железо везде, резина, железо, вот это все тяжелые детали. Особенно вот когда, ну, в нашем корпусе мы же это все видим, оно же все у нас. И честно сказать, я не жалею о том, что я работаю на Минском тракторном заводе. На нашем производстве все работы будут ответственны. За чистоту, за порядок отвечают все. Без коллективной работы не будет ничего. Каждый вот старается друг другу помогать. Даже не старается, а действительно помогают друг другу. Очень хороший, грамотный руководитель. Всегда можно обратиться за советом, всегда подскажет и поможет и по работе, и по жизни. Каждому человеку нужен отдельный подход. Нужно изучать, нужно быть немножко психологом. Доброта, конечно, доброта однозначно должна присутствовать у любого мастера. Уважение к ним в любом случае, даже, как говорится, даже если это уборщица. Моя работа – это часть моей жизни, это как вторая семья. Подстраиваемся, что я около 4 выхожу, и Дима тоже почти в это время немножко ждет меня, и уже дожидаемся конца пар сына, и все, забираем его, да, едем вместе. Быть мамой, конечно, это очень большая работа. Это большой, огромный, титанический труд такой. Получается, два мальчика и младшая лапочка-дочка. Не скрипя душой, скажу, что я ненавижу просто заплетать волосы. Ну, да я просто, я не скажу, что я это не умею делать, но для меня это было... И вот когда нам уже сказали, что у нас будет девочка, это было немножко для меня такой... Ну, во-первых, я смотрела с экономической точки зрения, да, у меня два ребенка уже, у меня есть подспорье. А здесь девочка, абсолютно совсем другое. Эти бантики, рюшечки, розовое это все. Это папина дочка. Под настроение бывает. Бывают такие моменты, что вот она, машинка у меня не убирается. Кухонное полотенце, шторы, покрывало, подушки вот у меня все такие вот, как я называю, сушками, с такими рамочками, потому что, ну, в магазине вот я таких не могу найти, а мне они очень нравятся. И вот я вот у меня у всех детей, у нас, то есть у нас все вот эти вот подушки, наволочки сделаны, вот я сама их все шью. Мы все время все делаем вместе. У нас очень много настольных игр, потому что в свое время, может, у нас не было столько возможностей. Ну, больше это всегда у нас происходит на выходные. Как-то в будний день, пока все домашние дела поделаешь, то, конечно, это сложнее. Уроки, конечно, мы уже порознь делаем, потому что разные возраста. Уже, конечно, спасибо старшему сыну, что он уже немножко нас освободил от этого. Ну, с семьей мы часто играем там всякие игры развлекательные.
ездим там по зоопаркам, куда-нибудь еще съездить можем. Жизнерадостная такая, не сидит на месте, вечно куда-то сходит с детьми, сама куда-то сходит, что-то предложит поиграть там. Отдых летом. Мы ездим по Беларуси, по озерам. Вот. Если идем на горку, значит, пойдем все вместе на горку. Может, я там и кататься не буду, но я все равно буду стоять с термосом, с чаем. Хочу, чтобы и дети вот мои так приучались в будущем. Я яичницу умею готовить и там пельмени с макаронами. Она добрая, она хорошая, она всегда мне помогает с уроками. Она заботливая, она ответственная. Ну, если она дала слово, то она сделает это. Похожи люди мы. И нашли друг друга. И она любит всегда чего-то добиваться, каких-то целей. То есть быть в центре внимания. Ну, и решать какие-то, ну, более сложные задачи. Мы 24 года вместе. Мы знакомы 24 года. И вот 19 лет, из которых мы женаты. Поэтому мы с молодости уже вот притерлись настолько, что уже как бы, наверное, как бы оторвать друг от друга, наверное, уже вот действительно как половину себя. Любовь к людям. Ну вот, чтобы они ощущали себя в этом мире, что они не одиноки, что есть люди, которые вот ими дорожат, и чтобы они учились этому.